рисовал хорошо, даже мой портрет нарисовал карандашом. И вот сейчас ему 50 лет, а он нарисовал его в каком же возрасте? Ну, в подростковом. И до сих пор у отца в гараже этот портрет висит. Так похоже. Рисовал он хорошо. Тоже, мне кажется, он, может быть, и умел, я так не видела. Только, наверное, стеснялся.